Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Добрый вечер, ребята! Привет, лесовичок! Лесовичок, добрый вечер! Простите, ребятишки! Добрый-добрый вечерочек всем! Давно не видел тебя таким радостным, лесовичок! Ты прямо весь сияешь! А как же не сиять? Я в таком чудесном, удивительном, ну просто фантастическом месте побывал, что и не передать! А ты постарайся, мы тоже хотим посмотреть на это, ну, просто фантастическое место. А ты не смейся, я хоть и опытный путешественник, и удивить меня тяжело. До сих пор не могу забыть эти удивительные, чудесные... Да начни ж ты сначала, куда ты поехал? Пригласили меня, мои дорогие, в чудесную страну Маврикию, в деревушку Шамарель. Село это хоть и небольшое совсем, но известно на весь мир своей удивительной природой, водопадами и цветными песками. Впрочем, пески не совсем правильное название для этого чуда. Да что я говорю, это же видеть надо! Лесовичок, первый раз такое вижу. И что, ты прямо по этим удивительным разноцветным пескам ходил? Да ты что? Ты знаешь, сколько туристов приезжает в деревушку? Они бы эти пески по всему миру бы разнесли. На них нельзя наступать, а можно только издалека любоваться. А интересно, цвета не перемешиваются, ну когда дождь или ветер сильный? Да в том-то и чудо чудное, неразгаданное. Какая бы ни была погода, да хоть гроза, пески через время снова становятся прежними. О, вон оно как. Да, лесовичок, ты побывал в фантастическом месте. Это уж точно. А знаешь, Кирилл, до чего додумались жители села? Они продают этот волшебный песок в пробирках. На память. Ишь ты, какие находчивые. А интересно, в пробирках цвета смешиваются или нет? Да в том-то и дело, что как бы ты ни тряс эту пробирку с песком, через время она снова разделится на 7 цветов. Красный, коричневый, фиолетовый, зеленый, голубой, пурпурный и желтый. Я знаю, лесовичок, где ты был. Где? В деревеньке Шамарель. Нет, в сказке, потому что такие чудеса только в сказках бывают. Может, ты и прав. Да только на земле, скажу я тебе, еще столько чудес неразгаданных. У-ху-ху. А ты расскажешь нам о них? Ну, постараюсь, мои дорогие. Только если будете помогать взрослым и хорошо учиться. Будем, лесовичок, честное слово. А теперь посмотрим интересный мультик. Хе, а как же? Лесовичок, ты хоть мультик смотрел? Ну, какой мультик? О, не видел. Не могу оторваться от песков этих. Но придется. Пора домой. Прощайся с ребятами. Спокойной ночи, ребятки. Волшебных вам снов. Ярких и цветных, как пески Шамарель. Цветные сны.